Далее страница 4. Так, что на ней приклеить? Ну, первым делом я вижу, что здесь нужно ее согнуть. Карман подходит, и я его приклею. И к этому карману я буду клеить детали 4-2. У меня их 3 штуки. И сразу подготовлю деталь 4-3. У этих кармашков будет смысл такой же, как я уже клеила до этого. Кстати, скотчик налепила не с той стороны. Буду перебековывать. Сейчас как раз покажу, что делать, когда скотч не с той стороны. Просто кладу и делаю линию бика с другой стороны. Скотч оказался внутри конструкции. Начну, как всегда, с верхнего. Так. Выравниваю. И отделяю скотч. Я сделаю тут всего 2. Третью делать не буду. И на схемах третью уберу. Я вам ее уберу, чтобы вы лишнюю деталь не резали. Так, иду по низу. Поровняю немножко. Все. Я ее куда-нибудь в другое место приклею. Получается, раз, два. Теперь вот здесь нужно подрезать. Можно вот так подрезать аккуратно ножницами. Тоже можно. Так, дальше. Теперь вот сюда сверху я приклею 4. Деталь 4-3. Так. Выравниваю. Вот такая деталь 4-3. А вот это вкладывается вот сюда, в кармашек в этот. И сюда нужно приклеить карман. Кармашек. Что делать с карманом, я думаю, уже понятно. Углы связать, обклеивать скотчем. Примеряю первым делом самолетик, как говорится. Так, по низу равняю.
всегда равняю по тем сторонам, где нельзя лишнее подрезать. Здесь такой кармашек получился, в него я буду прятать. Сюда вставлю такую же открывашку. Скотч приклею вовнутрь. У меня будет вот сюда вставляться эта открывашка и приклеиваться. Так, так отдираю скотч. Закрывается она вот так вот ровненько. Здесь карман, в который должен поместиться тег, как раз по высоте. Такая штучка открывается. Вполне себе можно вторую открывашку приклеить вот сюда. Ничего нам не запрещает это сделать. Я сейчас снова перебегу ее на вторую сторону. И на схеме потом уже перерисую, что она у меня будет вот здесь. Клею вторую открывашку. Четвертая готова.